Зоологический институт ОРУ превратился в настоящий дом ужасов. Тело исполнительного директора страховой компании «Амбрелла» Уильяма Истона было обнаружено среди тех других жертв на месте этого чудовищного преступления. Как нам сообщили, семерым все-таки удалось бежать с места кровавого побоища. И есть надежда, что благодаря им могут быть получены ответы на многие вопросы, имеющиеся у полиции, ФБР и родственников жертв. Самым странным фактом остается то, что убийцу Пилу уже длительное время считают мертвым. И кто совершает все эти преступления, для следствия остается загадкой. Сейчас у нас на связи Тони Николсон. Он передает место событий. Департамент полиции Нью-Йорка, 13-й участок.